Счастье и достойное будущее следующих поколений обеспечено трудом предыдущих. Эту фразу часто можно услышать во время проводов на заслуженный отдых мозырских нефтеперерабочиков. И это не случайность. Именами мужчин и женщин, собирающихся на праздничное мероприятие, пишется история полесского нефтегиганта. Трудовой стаж исчисляется не одним десятком лет. Они приходили на мозырский НПЗ совсем молоденькими выпускниками, а покидают его зрелыми, опытными специалистами. Вы приходили на предприятие, еще, может, не имея какого-то знания, какого-то опыта, но тот энтузиазм, который был, присутствовал у каждого, позволял вам осваивать новые процессы, осваивать свои рабочие места. Да, потом уже появились знания, потом уже появился опыт, потом вы уже опыт и знания начали передавать более молодому поколению, поэтому вы вложили серьезный вклад не только в развитие самого предприятия, но и в развитие коллектива. Провожать на заслуженный отдых новоиспеченных пенсионеров приходят их ученики, руководители структурных подразделений. И снова это о той самой связи поколений, которой славятся заводчане. Каждый начальник цеха или отдела обязательно произносит добрую, теплую, душевную речь. И в основе каждого выступления благодарность за опыт, знания и поддержку. Якушев, будучи главным инженером, я видел, как инструктировал, говорит, ты уже достиг такого уровня мастерства, что ты положишь руку на трубопровод и с точностью до десятых долей куба скажете, какой продукт куда идет, с какой температурой, с какими параметрами. Это вот это поколение. Вот это поколение, которое построило этот завод. Это поколение, которое вырастило, в том числе и меня, Мишота Валентиновича, ну, не даст соврать. В 2013 году я пришел на ЛГК, за начальника ЛГК. Я перенимал опыт у него. Проводы на пенсию в хрустальном зале Дворца культуры Мозырского нефтеперерабатывающего завода проходят раз в 3 месяца. Накануне героями душевного мероприятия стали почти 1,5 десятка заводчан. Машинисты технологических насосов, операторы, водители трамвая и сотрудник кадровой службы. Кстати, на этом жизненном пути предприятия и его пенсионеров не расходятся. Они всегда желанные гости на заводских мероприятиях. А кто-то и вовсе присоединится к ведомственной ветеранской организации, где знают, как жизнь на пенсии превратить в ураган положительных эмоций и увлекательных событий. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».